Здорово. Практически 50 минут чистого контента, так еще и с классики? Ну а как же по-другому? Я думаю, такой ролик заслуживает ваших 10 каулукасов. Ну если вам нравятся длинные истории и вы хотите их видеть чаще, не забывайте кликать по ним. Кстати говоря, поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Думаю, в Новом Году мы с вами точно наберем 100к. А как вы думаете? Ну а перед началом ролика рекламка и поехали! Теперь наслаждаться требовательными играми можно и на слабом компьютере. Все, что тебе для этого нужно, это новый сервис облачного гейминга GeForce Now, известный также как GFN.ru. Запускаешь игру удаленно на мощном сервере от NVIDIA и транслируешь картинку прямо на экран своего старенького ноутбука. Все, что для этого нужно, качественный стабильный интернет. С помощью сервиса можно поиграть практически в любую игру. Не веришь? Переходи по ссылке в описании и потестируй сам. 14 дней бесплатного доступа и более 500 игр в твоем распоряжении. Подпишись на GFN.ru и возроди из мертвых свое старое железо. С GFN любой компьютер игровой. Можно даже запустить на ТВ-приставках и телефонах под управлением Android. Всем приятного просмотра. Алло, Панчара, ты зашел? Чуваки, тихо! Я, походу, нашел уже для нас цель. Квадрат. P4. Держу в курсе, тут тип в онлайне. И что? Значит, мы его должны нагреть, нет? Справа тип. Блин, чувак, пойдем, ты на мясо пойдешь. То есть, ты самый ценный груз. Ты будешь отвлекать его. Попал? Да, и... Где? Он домой бежит. Попал! Дядь! И я. Лутай, поднимай меня, я упал. Блин, дядь, берданка на 2 шота. Пофиг. Тут тип. О, да тип. С чем он? С чем-то. С киркой. Не зря убили. Мы выбили патроны, но оружия по-прежнему у нас не было. И было принято решение купить пушки в ближайшем магазине. 1000 серы, слышишь, берданка стоит. Угу. Пойдем. У меня есть 1000 серы. Тут магазин гниет. Да, кстати. Так, СМГ купил. Почему я этот магазин могу лутать, слышишь? Тут, походу, что-то не так с магазином. О, гантрапы. Они разряжены. Обманщик. По мне они тебя стреляли. Ледоруб у тебя, кстати. Так что фармить тебе? У тебя там кирка железная есть. Нету. Так, на, держи. О! На, держи. Это тебе. Во время замеса, как тебе такое? О! Дядь, их много. Мне страшно. На камне там большом прыгает. Куда чем? Смотрит? Не вижу пока. Сколько их? Трое. Трое? Да двое! Я двоих убил. Еще сбоку один. Еще один остался. Убил его. Еще один берданщик. Убил третьего. Нет, не убил, он жив. Убил третьего. Вы живы? Да, да. Они фармили, дядь. У кого калаш? Кто калаш спер? На мне. Я. Хорош. Дядь, сколько всего. Слышь, ты чекни этого. Чуваки, а что это сейчас было? Я что-то не понял. Это что за стиль Джона Рэмбо был с СМГ-шкой? Мы переработали все компоненты, так как нам нужен был металл, и пошли отстраивать крепость неподалеку от этого места. Минус. Все, хорошо. Как, блин? Вот так вот, да? Да. Это русские. Давай низкий тут сделаем. Башка тела, убей его. Вроде убил. Еще один. Голова. Убил. Хорош. Убил.
Пацаны, мне лутать некуда. Это было капец, это как неожиданно, же, это те же типы, это те же типы. Сейчас за металлом пойдем. Знаете, что можно сделать? Поставь вот здесь стенку, а вот здесь оконный проем. Мы будем через окно заходить. Вот здесь оконный проем, смотри. У меня есть окно, вот это пуль непробиваемое. Понял? Перерабатываю, там закидываем. Знаешь, зарейдит. Все, крафчу. Ты топнул? Maybe. Справа тип. На скалах справа, да, тип. Да, голые вроде. Какая разница, кто убьет у нас ники одинаковые? Слышишь? Смотри. Лутал. По тебе, да? А, красиво. Good job. Убил. Я сейчас сдохну. Он за хатой. Угу. Там убил. Их двое. Еще один бежит. Еще один бомж. Хорош. По-любому захотят нас бахнуть, пока мы будем бегать. Как оказалось, соседи у нас были самые гостеприимные. Что там, нормально? По лицу съездили. Аккуратно, справа стоит с пайпом. Не, выходи. Оу, май. На скале его опять дружок. Может быть, ему... Сейчас я ему брутальным голосом скажу, типа, можешь съезжать отсюда, понял? Я тебе сегодня зарежу. Да, понял. А когда, можно время, точнее, чтобы знать? Все, засекать. Я уважаю, конечно. Через 3 часа твоей хаты не будет, понял? Справа 3 типа идут, 1 фулл гир. Где? Возле меня прям. ЛРки. Одного сложил. Там еще 3. Положил бомжа. Положил того, все, 3-го убили. Смотри, какую вышку отстроили, чтобы зарейдить. Я ору просто. Месячный сервер могут позволить. Вон слева фулгир, слева фулгир. Там еще типы сидят в... Там турели. Болт! Там не стреляют. Сложил фулгир. Дал хит. Сейчас ночь будет, сейчас будет отлично. Он говорит, это... говорит, это мою базу рейдит. Фулгир под вышкой! Вижу. Он с ракетницей, аккуратно. -2. Убил. Тут нет турели. Он говорит, пойдем, я открою двери. Калаш у меня в спине. Понял. Убил. Крыша, дядь, крыша. Ассист. Дай ему. Убил. Хорошо. Забрал калаш. Я чуть не сдох от него. И в доме есть кто-нибудь? Это кто кидает? Не я. Задамажил кого-то. Убил, скорее всего. А, это турель, скорее всего, дамажил. Болт работает сдалека, за домом, за вышкой. Это русские какие-то рейдят. Тихо. Тут еще лутовая снизу. Я прыгал? Тут трапы. Они, походу, пустые. Ракета. Что? I need rocket launcher, guys. Что там делаешь? It's not me. I'm not raided you. I'm not raided you. Yes, I know. I know, but I mean, I know who raided me. It's all Ush. Когда? Вышка. Yeah, it's him. Yeah, okay. I killed him.
Headshot, I killed him. Thank you. Thank you. Все, идем домой. Я забрал базуку. Убил. Хорошо. Осталось ракету найти. Так. Опять у нас места нет. Почему? Пайпы выкидывают. Че за фигня вообще? Почему у нас места нет? Топки у нас, мягко говоря, не было, но было много нефти, поэтому было принято решение купить НПЗ-шку на аутпосту. Кируха полетел ее покупать, а мы пошли выдалбливать хату соседа, которая была с деревянной дверкой. Давай шкаф ломать. Мне послышалось пайп. О, нормально. У-у-у. Там сладенько прям. Забираю, у меня места нет. Как оказалось, домик был вполне сочный. Как раз к этому времени прилетел Кирюха, и мы начали обустраивать домик, ставить НПЗ и так далее. Ну, мне кажется, вполне домик нормальный. Возьми нефть из дома. Мы наплавили побольше топки, и как раз выплыл карго, куда мы и отправились. Ты видишь ботов? Да, стоят вроде. Да-да-да. Все, давай за нашим. О. Компоненты забыл. Пустая. Не зря поднялся. Топ антихэд. Еще одна сишка, ребят. МВК дверь, болт. Ну, вроде бы нас никто не зарейдил. Это первые двери наши просто стоят. 60 топлива мы тут. Нас зарейдили, 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 заходите быстрее. Он стоит там. Меня убили. Там внутри, Кирилл, внутри. Это а я, это Кирилл. Поднимай. Поднимаю, поднимаю. Они бежит туда, бежит туда. Они не ту стенку пробахали. Лол. А что у нас было вот здесь? Нечем застаиваться. Как же пацаны не успели-то, а? Смотри, сынок, смотри, что мы делаем. Опа, а почему стенки МВК уже? А знаешь, в чем прикол? Пончик как пошутил, говорит. Да это только первые двери наши стоят. И Димасу в морду сразу. Полетели. На переработчик. Забирает коптер. Аккуратно под дверью может сидеть, аккуратно. Ну, ничего. Посмейтесь, посмейтесь, потом у вас хата не будет. Мы тоже посмеемся. Представляешь, они ничего не делают, просто бегают коптеры вот на шаруине. Вот они вот так вот и играют. Вот это геймплей, пацаны. Мы поставили третий верстак, изучили взрывчатку и были готовы уже рейдить всех и вся. Воняет, от тебя понимаешь, вонимает, воняет. От тебя воняет, от тебя воняет. Воняет, воняет. Мне кажется, у меня сейчас полностью очко сгорит. Мы приметили один домик. Пробахали ему одну дверь, но там оказалось то, что еще много дверок стоит. И нам пришлось вернуться и скрафтить побольше разрывных, чтобы дорейдить этот дом. У него потолки МВК, как думаете? Что это означает? Блин, а нам выгодно по дверям идти? Мне кажется, нет. Ну ладно, пойдем. Минус. Стоп! Шкаф. Блин, да ну. Пусто. Зарейженный, застроенный, бэйби. МВК, нету, тысяча нефти было. В общем, в этом доме не было ничего, и мы полетели на рейд, который был совсем неподалеку от нас. Рейдили ракетами, и они нам были очень-очень нужны. Вон полетели, видишь? Это рейдеры. Это 100% рейдеры. Мы за ними можем сейчас, кстати, попробовать. Сели. Они сели. Они идут, 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 идут! Откуда? Оттуда же! Оттуда, откуда сели, идут. Вон, крадется один. Второй, смотри. Я справа сижу под домом. Минус два, все. Было что? Ракеты! Вот, теперь мы можем две ракеты оставить, да? Одну переработать на экспу, а одну изучить.
По пути домой мы приметили один железный домик, который можно было пробахать за 4 ракеты, куда мы и вернулись. У тебя есть патроны, Пончик? Бомж бежит сюда. Все. Ой-ой-ой. Сопля. Ну, нифига. Ой, порезом хорошо. Нормально. Сколько у тебя серый, Пончик? Да, нам уже некуда скидывать. Стоим БК за один заход. Как вы понимаете, соседи у нас были самые доброжелательные. Неподалеку от нас сбивали вертолет, и мы побежали сразу на него, ведь нам нужно было побольше взрывчатки, чтобы пробахать нашего соседа. Он тупо улетает, слушай, все. Чувак, ты открыто стоишь. Сбил. Хорош. Нам нужны тебя? Патроны. На мне два калаша, и нужны патроны. На, патроны. Давай. Да две стихи, три ракеты. Хорош. 210. Full set. Убил. В смысле full set убил? Он с чем-то был хорошим и в хорошей одежде. Кроется. Две стихи, три ракеты еще. Кайф. Болтом работай. Угу. Классно full сработал. Set. Дал голову два хита. Выпрыгнул на доме. На крыше, на крыше, на крыше. Меня убил. Меня убили. Не, это что так? Фазер. Вы думаете, что так? Он это мне жестко очень. Поставил. Да. Меня тоже момент. Он меня убил. Это что так? Он да, это что так? Одни бошки летят. Ничего не предвещало беды, пока не появился китайский читачок. Но мы нашли их базу. Правда, она была очень-очень немаленькая. Зайдя на следующий день на сервер, мы увидели то, что дома у нас уже нет. И как вы думаете, кто нас зарейдил? Правильно, Фазер. А я думаю, что у меня одна спалка? У меня в хате спалки нет. Я застроил ее, но она, мне кажется, гниет. Я металл не закидывал. Не, просто думал, когда ты вчера сказал, будем переезжать, не думал то, что вместе с домом. Ну, полдома наши переехали куда-то. Слушай, а давай этот дом и заберем обратно себе. Ну, нас опять зарейдит. Кто зарейдит? Тот же, кто и сегодня нас зарейдит. Ну, а какая разница? Мне кажется, неважно, тут третий верстак уже есть. Мы укрепимся и все. Получи. Это типа ты намекаешь на то, чтобы я, как вчера, трех кавашистов убил с ней? Патронов мало. Класс. Коль. Я вижу кавашиста, там двое, блин. У нас есть шансы? С одной обоймой. Ниже, все, не АФК, бежи. Готов. Хорош. Компаунд чекаю, лутай. Я под ворота стою под ворота. Еще, может, за мной пойдет, я ему лицо сломаю. Он выпаливает на крыше. Двое там. Один в антираде сейчас прыгнет. По-любому будет выходить. Вышел. Их трое. Тихо. Ебал одного. Хорош. Одному на крышу убил. Он мне с калаша. Убил калаша. Хорош. На крыше он. У меня патронов нет. Я предлагаю текать оттуда. Я ползу к вам. Сейчас развалим их. Слева. Убил. Бустани меня. Быстрее. Туда. Есть? Дай патроны. На. Мы можем у них тот дом забрать. Там же еще один труп. Он да закрыл, да? Да. Все, поехали отсюда. Хорош. Изи старт, чуваки. Че, пацаны, изи старт версия 2.0. Смотри, корова. Сейчас загасим его. Хорош! На карте появился карго, на который нам нужно было 100% попасть, потому что у нас не было ничего. Хотя можно перед высадиться. Давай я скажу инфу. Просто полетаю рядом. А, он наверху, на самом верху. Там базука у тебя. Наверх, он с питоном. Наверх, быстрее, наверх. Давай. Он прям сейчас нас убьет.
Я выжил. Я думал, башку дал. Крой, не дохни. Снизу один. Снизу где? По центру. Убил. Хорош. Не спеши. Голову дал. Фулсет. Спрыгивает. Он внизу. Хорош. Фух. Не зря искали его. Плюс топсет. Так, ну. Я скинул компоненты. Теперь пончика очередь. Чувак, смотри, что мы нашли. Да, я вижу. Это как раз то, что нужно. Раз намекает на то, что мы должны пойти и вынести тех читаков. Калашик, Томпсон. Топ-нагрудник. О, еще калаш. Чуваки, сегодня мой день, я вам кричу. Какой просторный дом. Сколько места у нас свободного? Давайте сразу пушки в один ящик. Там рейдит. Это, кстати, рейдит на берегу. Hands up, or I killed you. Don't shoot. I told you. По мне работает. Это читер. Или нет? Это читер, это читер! Отходим. Когда я наспал. Убил его. I pick you up. If you don't shoot me. Ха. Take it. Stuff. Maybe if you need. Your friend killed him? It's my friend. Your friend killed him? Чё, тебя нормально с читами играет? Играется, а? С другом, с читером. Я сейчас не понимаю прикола. Подожди. Вот какой читер, какой друг? Какой у тебя ник? У меня? Это уже секрет. Какой секрет, если чувак с ником бывшая бегал с читами, а это твой дружанин 100%. Теперь скажи мне то, что ты играешь с читером. А ты можешь доказать, что это мой друг? Я на 100% могу доказать то, что это твой друг, потому что вы с этой хаты выходили. Пожалуйста, докажи. Чувак, не надо сейчас придумывать что-то. Не надо говорить. Нет, ты не можешь это доказать. Ты не можешь это доказать. Чувак, зачем мне тебе что-то доказывать? Пойми. Чувак с щитами. Тихо, помолчи. Чувак с щитами рейдил этот дом. Ты сидишь в этом доме, и это не твой дом. Теперь скажи мне то, что ты не играл с щитами. С щитаком, то есть. Давай. Все? Твои аргументы кончились? Калашист с щитами. С щитами. Да, я бывшая. Уже понял, я это бывшая. Это их гаражки, чуваки, нас рейдили их гаражки. Я вам кричу. Нас рейдили гаражки? Да. Смотри, видишь, вот это вот у них светится зимняя елка. Мы накидали миллион спальников в округе и попытались угадать пароль, но это не вышло, и пришлось отправиться пофармить серы. Сколько сера у вас? Сейчас. 2.5. У меня 4 строчки. Ой, нижний правый ящик я забиваю. Офигеть, мне не хватило места. Ну тогда я еще тебе помог чуть-чуть. Угу. Вот сюда он тоже. У нас еще 2 ящика серы? Да, почти. Вот я вам базарю, это изи втроем, думаю, боже. Что это такое? Я предлагаю сбить вертик. Чел. Ну попробуем хотя бы. Так, где наш дом? Ага. Попал, все, лети, улетай. Куда? Попал. О, попал. Найс. Работано. Хорошо. Не, он еще не сбит. Я умру сейчас. Сбиваем. Минус. Отлично. Неплохо сбили. Быстро. Прикинь, как бы сейчас пищал этот челик. Так, где типа сбили? О, у него что-то горит. Тип на коня.
сейчас мы... Коптер. Чекают. Да. Фулсеты. Трое. Мне голову дали. Мне башку дали. Ай-яй-яй, чуть не положили. Живи, дядь. Она убил. Фул. Хорошо. Какого? СВР-кой. Две головы и тело дал. Положу его. Пулик. Я лежу. Поднимите. У нас опять ящики полные. Давайте камень сейчас берем и обустраиваем дом. Я уже все. Давайте. Давай тогда бери. Буферку сейчас будешь делать, а я пулик возьму, буду сидеть перед тебя. Хорош. Это, смотри. Вторая ракета пошла. Заводи коптер. Как вы уже поняли, наш отряд не пропускает рейды, поэтому, услышав взрывы ракет, мы сразу на него выдвинулись. Корова. Может, за коровой? Болт работает по нам будет сейчас тяжело. Готовься. Он с разрывными. Дал хит. Турели. Я очень тихо. Был. Готов. Рейнер. О! О! Готов. Разрывные 40 штук. Калаш. Топ-сет надо вот так. Окно. Аккуратно, сейчас откроет. Откуда? Одного убил. Поехали. Хорош. Офигеть, мы их там покромсали, слышь. Отрыжишься. История такова. Все вы помните нашего надоедливого соседа, который ломал наши коптеры, да? Так вот, мы поменяли ники, и этот парень подумал, что наш бункер зарейдили мы, как бы странно это ни звучало. И он в знак благодарности захотел отдать нам свой домик, думая, что мы те, кто зарейдил нас. Вот это сейчас будет 200 IQ-мов. Смотри, да, кого кипнуло. Да, я видел. Он пароли... Он открыл все двери! Давай-давай, забирай базу, меняй пароли, а потом в ОС побазарим с ним. Вау. Слушай, тут сера даже забирай. Есть. Забирай, меняй все пароли полностью. А потом в ОС с ним побазарим. Забирай базу, забирай. А, он не все открыл. Это, напиши ему, типа. Он не все двери открыл, mm-hmm. Только две. All your base. All doors. О, пошел, смотри. Он открывает двери. Давай. Он открывает двери. Меняй на всех пароли, а потом побазаримся. Это бункер. Ну, ништяк. Я у него в шкафу, слышь. Кто с болта? Это с 310, это R5. О, нифига, у него тут что написано. 6. Чё там? Меняй все пароли, дядь, меняй пароли. Чё там? А, зарейдил? Его тоже зарейдил, получается. Так, Я с самого начала сказал. Меняй пароли на везде вообще. Я со шкафа его выпиши. Подожди, я настроюсь, подожди. Кирюха, иди сюда. Я маску снимаю. Братишка, тут небольшая проблемка вышла, ты как бы... Мне сам двери все открыл, спасибо тебе, конечно, большое. Ты же догадываешься, кто я, да, дружок? Он, у него ступор. Мы сломали его. Ты же догадываешься, кто я, да? О, класс. Теперь иди сюда, смотри. Чьи это двери? Честно. Да? Ай-яй-яй, представляешь, мы даже не рейдили тебя. Зато знаем, как у тебя дом устроен. Классно, мечта. Хотя мы можем разбить и поставить сюда свой. Давайте разбьем. На самом деле, мне этот дом даже больше нравится. Только вот если проемы все выбить и поставить гараж. Идет к тебе! Дал хит! Пушит тебя аккуратно. Рядом еще.
читак, Элис. Не уверен, но кажется... Нет. Был бы читак, пончик уже бы мертв был. Он меня убил в голову. Мне кажется, он меня видит. Он в камнях перед воротами, слева. Он дал голову ему, голову, он без башки, без башки. Пытается. Не попадает. Я его убил. Хорошо, молодец. После башки репикает. Еще один просто бешеный чел. О, это китаёза, китаёза! Дал хит ему. Вот это читак, походу. Да. В окнах. Мне голову дали опять. Он читак. Можешь хит? Я не могу в него прострелить, там щель. А теперь слеп. Вот он убил меня. Ну да. В смысле, что такое? Он залез на крышу. Он просто залез на крышу. Он залез на крышу? Он просто залез на крышу. Он подпрыгнул туда. Окей, wait, Jack. Game over. Wait, Jack. Game over. Bruno? Еще один читачок. Как-то не странно на самом деле. Зайдя на следующий день, я увидел то, что китайская база, одна китайская база сгнила. Но не до конца. И у меня появились идейки. Прям к ним вон коптер до сих пор стоит. Он на улице, видишь, коптер там? Ага. Нет, вот он. Вижу. Готов? Тут дерево есть. Да, слышишь, эти, смотри, валяются. Ты видишь? Вот, где. Что валяется? Смотри. А почему они пустые? Не знаю, но они есть. Шкаф есть, в турели не могу авторизоваться. Мне кажется, вот за этой бункеркой все. За МВКшкой. Тут смотри, потолки какие. У нас было почти ящик пороха, и мы решили докрафтить ракеты и прийти их пробахать. Я пока не вижу коптер у них тут. Смотри, это получается бункер, где мы взрываем, да? Вот, да, вот, yeah. Вот. Может, проще вот эти две стенки вынести? Взрывай тоже. Ну, гаражку хватит добить, по-любому. Да. Скажите, что тут все. Нет. Тут много всего. Много, но это не то, дядь. Тут вообще ничего нет. А, опять этих, слышишь? Фугасов. Третий верстак. Ним? Что? Говно. О, порох. Порох. Ну, блин, есть немного. Давай добиваем, может там ракеты скрафчены. Да. Все, последний патрон. Тут ящики. Разрывные есть. Шкаф. Хорошо. Тут ракет. Топлива сколько? Ракет нет. Как-то обидненько выходит у нас. Хотя нет, хотя это реально... Ну, это не окуп по стволам, но мы выселяем читеров. Типа, читеры это уже хорошо. Да, у нас других ресурсов, смотри, сколько. Как раз таки серый порох у нас. Трубы. Да. Давай все самое основное заберем, быстро перенесем. Угу. Офигеть, тут топки сколько! Так я тебе говорил. Ты смотри, это что вообще такое? Давай ящик этот разобьем снизу, посмотрим, что в шкафу. Угу. А. Вот так сделаем сейчас, смотри. И вот здесь надо застроить у них вход.
Почему тут нельзя ставить? По их тактике, смотри. Мы можем тут патроны поперерабатывать все. СМГшки, Томпсоны, берданки. И это будет миллион металла. Я пока что забрал то, что нам домой именно. Болты, калаши. Пампы можно переработать, и там, наверное, трубы выпадают. Со спаса много. Отлично. Ну, мы сейчас все переработаем отсюда. В итоге мы все переработали, отнесли домой и оставили себе вышку, как рейд-кибитку. Ведь нам осталось еще зарейдить у них основной домик. По пути домой мы услышали взрывы и отправились сразу же туда. Фонарика нет, надо фонарик брать. Я думаю, не стоит. Они уж пробахали. Давай просто подойдем ближе, и коптер еще это... Нельзя дать ему лететь. Надо было пули с собой взять. По-моему, он в нашу сторону палит. Да-да-да. Могу голову дать. Давай, готов? Раз, два. Три. Дал башку. Тоже. Один минус. С пуликом минус. Да. У нас лестницы нет. Я на капкам наступил. Тут буст можно. Буст можно сделать. Давай, давай. Прыгай. Все. Буст пулик. Мы можем их добахать внутри. Там разрывные у нас дома есть, а это тут обычные двери. Минус. По-любому в этом доме что-то есть, если они, видишь, бегут сейвить. Да, они же его только бахнули. Минус. Поехали. Там еще рейдят. Давай, патроны разрывные. Я в пулик заряжу и все. Угу. Там шкаф. Пусто. Ой-ой-ой, слушай, пулик еще один. Тут сера, забирай. Тут порох. С палки их, наверное. Серу порох забираю. Металл. Давай открою ты это. МВК 200 забрал. Нормально, пороха мы точно окупили с этого рейда. Чтобы помочь выселить читаков, к нам присоединилась боец Плюшка. Ссылка на ее канал в описании. Угу. Передавайте ей приветик. Уголь. То, что надо. Прыгнул. Отойди. Не-не-не, надо, я сейчас пуликой их убью. Мина, там минус... он на мину наступил. Да, минус один, походу. Ну все, минус два. Их двое разве было, не трое? Два. И вот там еще, слышишь, Дим? Слева от тебя фулл сет забери. У меня места нет. Вы ее зарейдили все-таки? Ну, мы ее дорейдили, она гнить начала. А нам еще предстоит главное. Вот, видишь вот этот дом? Вот это вот мы будем рейдить сегодня. А тут два этажа всего, слышишь? Два с половиной, нет? Нет, два этажа. Ровно. Мне кажется, она очень высокая для двух этажей. Mm-mm. Она наверху, это бункер, скорее всего. Mm. Нам нужно было переплавить практически два ящика серы. И для этого мы поставили совсем чуть-чуть печек. Что, турбо-режим активейтед? Ой-ой-ой, что тут происходит? Кажется, здесь жарко.
Это жесть какая-то. Ну мы сейчас минут за 10 все переплавим, всю серу. Цех по производству серы. Мы уже начинали крафт ракет, но как вдруг кто-то начал рядом рейдить с ракет. И мы сразу же туда отправились. Поехали посмотрим вообще, что там. Я думаю, может быть, это все-таки эту территорию огромную рейдят. Так я тоже говорю. Вполне возможно. Дима, ты смог? Вон они, справа рейдят дом. Справа рейдят дом, понял. Мы можем на горку туда залезть, и я их просто перестреляю. Я их расстреляю с пулика. Я тоже вижу. Хазмат вижу. Фига себе там трупов. Сколько там фулгиров мертвых валяется. Походу их поубивали. Я вылетел. Убил одного. Один внутри сидит. Внутри? Угу. У этого... Н6 на горе. Он выходит, он застраивает. Била. Ты можешь поднять меня? Там еще один, аккуратно. Угу. Хилки нужны? Нет, есть. Вот это лутайте, у него просто фул, у него все. Убил. Ну, 2003. Ракеты были? Поехали, плюс. Три ракеты. Скинемся. Поехали. Man, do you hear me? I killed them all. Thank you. Can you please just leave with all the loot, please? I beg you, man. I beg you. Wait. I'm just saved. Это вам? Это я убила. I love you, please. Подожди, что какая? Досадно очень. Ты все равно наверх. I killed him. Убил. Меня убили. Меня тоже. Это читак. Читак, да. Не вап, опять он. Это с питона этот опять. Да. Hey guys, you can save me. Cheater coming. Cheater, есть читер? Yeah, cheater. So, how we can save you? How we can save the cheater? Тут голый сидел, залутал. Я побежал отсюда. Давай. Ты возле нас. Туда идем или наверх? Угу. Меня убили. Он бежит. Он мне две головы. Это читак. Еще да, один? Всего тебя убили. Да. О, кстати, этот Нано, когда мы летели на коптере, он мне также давал все две головы. Дал. Всех читаков забанило, но, к сожалению, отдефать этот дом мы уже не смогли. Они улетели со всем лутом. Да, вот такие вот фейспанчи. Советую. You can build your base. I cover you. О, тут трубы есть. Много труб. Да. Забирай. Hey, man. Where are you? Come here. Take this, it's for you. No problem. I cover you, you can build your base. Yeah, so wait, I'm gonna give wood. I'm dropping all this stuff and I'm gonna get wood. Come here. I have TC for you. Take it. You have TC? Yeah, take it. Thank you so Челик much. Бежит. Thank you so much. No problem. You're welcome. Okay, see ya, guy. Good luck. Мы наконец-то все переплавили, перекрафтили и уже готовы были выселять последний дом читаков. О! Усё. Странный этот коптер. Наверх? Ну давай попробуем. Чтоб мы вылезти, выкатить потом могли. По нам. Уже лупят откуда-то. Значит, сейчас посадка может быть грубой. 90 с тобой. Слушай, это цельные стенки.
Ну, вот это, короче, смотри, вот это вот полупотолок первый, а дальше уже идет нормальные полные стенки. То есть тут всего полупотолок, тут два потолка тут. Вот, сюда. Три потолка металла и два МВК, может там металл-стенка будет. В центр. Давай, давай ракеты, ракетницу. Стенкой. Во, да, второй МВК потолок. А там МВК фундамент. Лестница есть? Нету? Давай вон туда, куда в крышу, лупить? В крышу вон туда лупить. В угол, вон центр? Туда. По очереди, давай, блюх. Мы как раз сейчас заденем несколько коптер. Потолков сразу. 280. О, я чуть не сдох. Вот это просто плавит. Какой звук прекрасный. Так. О-о-о. Подожди. А там есть? Тут калаши какие-то. Заберешь меня, Панч? Подожди. Лестница есть. Камень. О, лестница, ништяк. Плюшки, на. Много лестниц. Найс. Патронов куча, но... Три ракеты тогда, и я разберу. Стой, не стреляй. Стой, давай, еще одну столько хп. Давай, добиваем. Дальше еще дверь есть налево. Ткани много, очень. Но тут пока пустовато. Топка есть. МВК металл. Давайте дальше. Ай, ай, ай. Все. Все, добиваем. Третий верстак. А что так пусто, я не понял. Ой, нормально лицо снесло. Шкаф. Шкаф. Алиса лежит. Ага. Тут написано бейс. Тут только металл. Подожди, а где еще? Полностью зарейдив читачий бункер, мы не нашли ни ракет, ни пороха, ничего. Но на самом деле нам это и не нужно было. Мы забрали их дома, и все. На этом мы свою задачу выполнили. Кстати говоря, если вы не верите, что это читаки, вот их профиля. Надеюсь, вам понравилась данная история и вы оставили свою оценку. Не забывайте подписываться, оставлять комментарии. Всем пока. Ах да, всех с наступающим Новым годом. Желаю вам всего наилучшего. Спасибо, что вы остаетесь со мной все это время. Огромное вам спасибо.